Евгений. Новый бензин, короче, попробовал залить. Новый бензин, говорю, залить попробовал. 95-й? 95G. Короче, вот на заправке, на какой-то Газпромнефть, есть, короче, просто 92-й, 95-й, а есть 95 и 92G. Типа, с какими-то там, ебать, присадками, которые спортсмены используют. Ну, не знаю, мне кажется, получится. Он так, типа, не знаю, плавнее едет. Ну, или мне кажется. Поспешили они? Нет, они прямо едут, либо куда. А там, скорее всего, перекрыта дорога. Где, там? Нет, вот там вниз куда ты собираешься. Нет, а, да, надо в другую сторону. А я запоминать правила буду. Вот видишь, если поле горит стрелочки зеленые, вперед и направо. Они там, надо разбираться, а там все нормально, да, нарисовано? Ну да. Давно я их не любил. Там все перекрыто. Не-не-не, там просто... Вот знаешь, где подземный переход у нас? Да. Вот. И там, короче, оказывается, нельзя их на Луначарского. Там просто зубток такой, и там, ну, там охрана стоит, все эти... Может, шаблом, и все, типа, на дорогу не выйдешь, там конец. Я стою, думаю, блядь, что ты делаешь? Я думал, на тротуар берешь, и там, типа, на раз попасть. Объеду. Нормальный видосик у нас будет, я тебе говорю. Да? Туда просто на мопеде. 5 часов стоим в пробках. Знаешь, на светофорах. А на самокате не стоишь. Я говорю, проклятие какое-то. Проклятие? Да. Ну, конечно. Пидорасы.
тебе кажется? Стоил он подороже. Они где уже? На Руси? Ну, они, да, в поезде. Пятерку? Слышишь? А? Звонят, говорят. Звонят? Да. Ну, сейчас давай где-нибудь остановимся, скажем. Да я думаю, сейчас приедем, куда-нибудь.